Пожелаем удачи. Пожелаем удачи игрокам из обоих команд. И идем смотреть Entity 9 Punt. Забирают снова Лишарака, забирают Дизраптора для Фишмана, ДК. Слушай, это мы новую игру смотрим или это старая? Че одинаковые пики? Сейчас еще Мипа возьми. А Мипа, наверное, в бане. Так, Чен в бане Батрайдер, Тимберсав, Пугна, в бане Арквардон, Обезьянка, Брюмастер, Кунка, Свен и Шеде. Прям, по-моему, только что такую же катку смотрели или нет? Горе, комментатор. Я не комментатор, я комьюнити-кастер. Я, ну, игрок в доту, я не комментатор. Создая опросскую игру, люди хотят смотреть больше. Ну, тут очевидно, Ватсон. Тут играет Ватсон, тут играет Фишман. Тут играет Сова. Кстати, правильно, Ватсон. Это кто это такой сказал? Там В первое, вот, В первое, какая У, ты что ли? Давай там не придумывай всякую. Берут визажа. Знаю, пока мне не нравится пик снизу. Сейчас посмотрим, какие керри будут. И вот после первой карты 9 пант не боятся мипа. Даже не банят его. У них есть закрывающий пик, поэтому какого-то героя здесь не возьмешь. Тебя контрпикнут. Как-то подстроится под тебя. Но все равно мипа такой, блядь, который становишь. Тир 2 сцену или Топсон или Ипьюр. Это ёб, какая тир 2 сцена, это тир 1 сцена, ёб. Ты сейчас Ватсона, который первое место занимает и играет в хорошем составе, засунул в тир 2 сцену, ты дурак, что ли? И Со, который всю жизнь в доте играет на саппорте. Давайте. О, забанили Лайфстиллера. А могли бы, кстати, сами взять. Вот почему бы здесь не взять Лайфстиллера? Герой нереально сильный в любом пике. Это тир 3. Ага. Ребят, на тир 1 турнире не может быть тир 2 команд. То есть все команды тир 1. Почему КНСу на Сокаст не пошел как про-игрок? Ну, честно скажу, я просто не это самое. Я решил сам посмотреть отдельную игру. Зачем мне кому-то ходить? Давайте, берите. Забанили Войда, забанили Лайфстиллера. Кто остался? Тролль? Земелька. А, подожди, у них есть керри, у них есть керри. Это вот сюда керри берется. Сложный выбор. Тролль? Темплар Ассасин. Темплар Ассасин для Ватсона. Так, идет здесь выход, есть гранатка, есть тамба. Нам взял все-таки первый спел. Фишман немножко затерялся. Успевает глимсануть. Передай привет Петраченко Льву, пожалуйста. Льву, привет. Кстати, 2К сиська разбирает игры профкоманд. Ты че, дурак? Ну че ты, блядь, что тут разбирать 5 секунд? Все, донат отключаю, аналитика после будет. Не знаю, мне кажется, Фишман немножко это самое здесь завтыкал. Он мог уйти или... Просто, блядь, отдал килл. Так, что у нас по закупу у темпуарки? Топорик, две палочки, танго, феррик и стики. Отлично, отлично. За контроль уранжевика. Оттягивает крипов. Супер грамотно все делает. Забирает трех крипов. Просто, понимаешь, Лина себе апает там 4-й уровень. Она тебя постоянно тычкует. Зомби у тебя постоянно силу забирает. И это невозможно стоять. Это просто линия, блядь, которой вообще не хочется к крипам подходить. Окей, атака снова страдает от Лишрака. Не знаю, нахуй он его берет вторую игру подряд. Небольшое преимущество есть по уровню. Скорее всего, Нун заденайл ренжевика. Из-за этого такое, видите, получил третий уровень намного раньше, чем Киотака. Скорее всего, ренжевичка проебал одного. Идет контролить руну, есть уже бутылка, у земели тоже есть бутылка. Типа, сам прикол, что на этих линиях вряд ли что-то будет происходить, потому что... Сверху Лина, снизу, блядь, темпуарка. Нормально, почти всю пачку забрал, окей, как будто норм. Знаете, вот самый прикол, вот когда ты комментируешь, бля, вот... Когда ты играешь в доту, ты реально устаешь, когда ты комментируешь, как будто фильм смотришь. То есть я могу реально целый день, наверное, комментировать, и мне, конечно, не устану. Вот видишь, подходишь, постоянно 2-3 тычки получаешь от Лины. Даже несмотря на то, что у тебя есть реген, тебе это все не хватит. Киатака снова страдает. Ну, по крипстату норм, кстати. По крипстату норм, они очень ровно играют, 17 даже... Не, ну, чуть-чуть больше у Лишрака будет. Сейчас пачку он тут заберет, чуть-чуть больше будет у Лишрака. Но это не критично. Так, выход на Тиника. Есть еще Глимс. Максимально разминают его. Глимс не отдает, пока все равно смысла нету.
Блять, один против двух. Фишман, помогай с руки, да уби. Глимсует. Блять, а как бы сейчас не опиздюлиться? Ну, есть еще Феррик, ребят. Ой, есть Феррик, есть Лотус, есть 14 стиков. Ватсона здесь будет тяжело убить. Красиво сделал Нун. Здесь был бизнес-крип, здесь был ренжевик. Нажал этот, как его, глиф. И двух крипов проебал Киотака. И ренжевика не забрал. Поставился Фишман. Но в размен забрать Тинника хотя бы. Найс! Вот это было красиво. Это Ватсон, ребят, это Ватсон. Фишман уже вторую игру подряд показывает. Выход у нас на земелью. Земелья, ну, укатывается на опыте. На опыте. Знаешь, что делать в таких ситуациях. Не растерялся. Ебать, Фишман, это снова Фишман. Убьют, нет. Убьют. Ну, супер мало хп остается, это на базу. Блин, Фишман вторую игру подряд показывает крутую игру на Дизрапторе. Постоянно оказывается в нужное время в нужном месте. Блять, не того, что ты делаешь, Фишман. Блять, только похвалил, короче, хвалить не буду. Хвалить не буду, потому что сразу он хуйню сделал. Он засейвил Тинника и еще нафидил. Ой, блядь, Киотака. Он на сопле выживает. Это... В принципе, это может было на базу идти. А тут поймал, кстати, Киотаку поймал Ватсон. Есть у нас выход на Лишрака, но Лишрак, блядь, не обоссался и начал просто сражаться в ответ. Ну, немножко не хватило. Немножко не хватило забрать Киотаку в ответ, но тамба... Драться под тамбой смысла нету. Все правильно сделал, что отступил Рубик. Блять, ты смотри, что делает Ватсон. Короче, будем всю игру смотреть за Ватсоном. Это сольный концерт его сейчас будет. Есть тут смещение, три персонажа как-то будут сейчас пытаться убить Ватсона. Он должен понимать, он должен понимать. Хороший стрик у него, кэрри. Наверное, сейчас есть смысл нетворца включить, восьмая минута. 4400 у нас имеет Ватсон на восьмой минуте. Да, понимает, что надо отсюда уходить. Сейчас здесь вся будет команда. Идет спокойненько в тройку. А здесь у него настак. Она делает еще успевать стак. Ой-ой-ой. Приятно такое фармить на темпуарочке. Но на 10-й будет у нее 5500, ребят. А здесь у нас файт. Выход на дизраптор. Поймали Фишмана. Но отделались легким испугом потерять саппорта. Как говорится, никого не потеряли. Не хотят отдавать мид, дефуют против Лишрака. Ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой, ставит стамба. Блядь, и Лишрак отсюда никуда не уходит. Забирают еще и Рубика. Вся надежда на Ватсона. У него единственная очень крутая игра. Приезжает, кстати, темпуарку. Здесь у нас выход. Вышли на Нуна. Третий раз его убьют. Нет. Фишман глимсует земельку в ультимейт, но земелька укатывается. Ой-ой-ой. Как наваливает темпуарка. Приходит Ватсон. Блять. Как неприятно, что щиток просто за секунду падает от этих зомбаков. И здесь все. Только сражаться. Уже не уйти. Это минус. Смотрим, кто кого первее найдет. Врывается в земелью. Ставится хороший ультимейт. Хороший ультимейт от дизрапторов. Жалко, что на одного, но... Убить земелью всегда приятно. Тумбу найти, тумба. Блять, тумбу. Идеальная тумба от Сова. Просто без шансов, блять. Значит, казалось бы, хороший файт, хорошее начало. Ворвались в земелью. Застанили, дали в него ультимейт. Ну, блять. Приходит остальная команда и просто всех разъебывает. Команда Entity даже не собирается его дефать. А может быть, даже и не понимает, что это Russian. Не, ну сейчас должны понимать. Сейчас они должны понимать, потому что на карте никого не видно. Повезло, ДМу ушел. Все-таки могли напасть. И выходит в спину Рубика. Ну, Рубика не жалко, как будто ничего не потеряли. Вы даже бить не хотят, понимаешь, блять. Закатывается, еще поймали Фишмана.
Минус 2 саппорта. Ладно, никого не потеряли. Главное, что Нун ушел. Все отлично. Вот если бы сейчас еще и Нуна здесь поймали, это было бы, конечно, печалька. А так нормик. Ой-ой-ой, атака, блядь, куда ты вкатился? Ты че? Слишком в себя поверил. В какой-то момент подумал, что он уже неуязвим. И просто нафидил. Просто вкатился и нафидил. Тут был сейчас смог. Попытаются кого-то поймать. Пока нету ки-атаки. Может быть попробовать... Блять, ну а Егис нет смысла убивать. Сколько там осталось? 2.43, еще долго. Не самый лучший файт, не самый лучший файт. Не самый. Что вы делаете, блять? Блять, что вы делаете? Они забирают ки-атаку и потом просто смокаются и идут вдвоем фидит. При том, что знаешь, что на линии Аегис и... Скорее всего, даже если она фармит лесу, она где-то рядом фармит. 100% рядом. Просто стоять сзади за Линой, и Лина все сама сделает. Проверил Тиник, не стоит ли кто здесь в лесу. Глимсует Фишман. Ой-ой-ой, Фишман, вот это ультимейт, просто всю команду поставил. Ой-ой-ой, блядь, Фишман. Ну вот эти вот два фрага, которые они сделали, это чисто заслуга Фишмана. Очень круто поставил здесь ультимейт свой на всю команду. Но видите, на такой минуте этого недостаточно. Но хотя бы разменялись 3 в 2. И отбились, немножко времени выиграют. Там, глядишь, через 50 секунд пропадает Аегис у Лины. Ставится тамба, будут бить бараки. Есть дабл дэмэдж у Лины. Есть дабл дэмэдж, БКБшка, криты. Как будто драться просто нечем против нее. Падает одна сторона. Идет врыв. БКБ не нажимается. Ставится хороший ультимейт Фишмана. Зонящий. Зонящий. Нажимается БКБ, чтобы пройти арену Фишмана. Ну, они уходят. Бля, вот стоит опять отметить Фишмана. Он круто поставил арену. Ой, это арену. Кольцо. То есть он заставил Лину прожать БКБшку, чтобы зайти и нанести дэмэдж. Молодец. Сторона упала. Сторона упала, ДК упал. Они прекрасно понимают, что сейчас драться вообще нечем. Через пару минут встает Рошан. Сейчас надо будет как-то стакнуться сверху. Расставить варды, забрать Рошана и... Можно закончить эту карту. Может быть, лучше Майнкрафт покомментируешь? А что там в Майнкрафте происходит? У меня киберспортивный канал, блядь. Я только киберспорт комментирую. Как я и сказал, стакаются сверху. Рошан будет сверху. Сейчас надо немножко зачилиться, потому что, по-моему, там нету. А, встал. Боятся подходить. Думают, что вражеская команда находится где-то здесь рядом. Но они прекрасно поймут, что там никого нету, когда ДК сейчас покажется на линии. Вот, он вышел на линию, и они смело заходят на Рошана. Понимая, что здесь никого нету. Ставится тамба. За секунду забирается Рошан. Смок, а зачем смок, если вы просто будете сейчас бить? Ну, команда будет стоять сзади в смоке. Что ты сделаешь с этой линией? Вот она просто стоит издалека. Начался файт, влетели в Тиника. Неточный ультимейт от Фишмана. Ни в кого не попал. Ватсон нарезает. Очень много дэмэджа, но... Ой-ой-ой. Нажимается БКБ. Заканчивается щиток, и Ватсон. Ой-ой-ой, одна тычка. Спрятался. Выбили Аегис, а что дальше делать? Пытаются выйти как-то отсюда. Блять. Делается байбек на Лишраке. Забрать вышку. Минус ДК. Фуловый Лишрак приходит после байбека. Байбекается Дизраптор. Байбекается Темпуарка. И это последний файт. Это файт за игру. Если Темпуарку убивают, можно писать ГГ. Отдают Визажа.
Сова тоже улетел на Глимсе. Пытается максимально как-то выжить, но, знаете, очень много байбеков. Очень много байбеков. То есть, ладно, окей, вы задефали сторону. Ну, один барак остался. Но вы больше без байбеков. Сейчас еще один файт, и все. Умирает где-то там, не знаю, Ватсон, умирает где-то Нун на Лешраке. И можно автоматически писать ГГ. Потому что уже ты не задефаешь. Ебать, челы справа заливают как могут. Слушай, ну... Справа? Так не, они заливают, они выигрывают карту. Где ты видишь, что они заливают? Они очень круто сейчас подрались. Они выбили три байбека. В том числе байбеки на корах. То есть, ну, типа, у темпуарки нет байбека, у Лишарака нет байбека. Сейчас один файт, просто где тут подставится, ну, Ватсон, его поймают и все. И эта игра закончится. А командам... Команде 9 пант, они просто сейчас подождут кнопки и пойдут снова пушить. Даже можно Рошана не ждать. Просто зайти, сломать бараки и все. Покажи скин на Лину у чела. А там такой обычный скин, что там показывать. Это из сундука. Это из сундука скин. На самом деле, ну, есть сырок. Но они пойдут, им нет смысла ждать. Они понимают, нет байбеков, надо идти пробовать. В любом случае, ты можешь подойти просто хотя бы БКБшку там. Ну, пока у тебя есть БКБ, то тебя не убьют. Занимают они вражескую тройку. Сейчас расставят варды. И будут здесь сидеть напрягать. А, команда Entity не фармит. То есть, ну, рисковать нет смысла. Если где-то поймают кэрри, то это ГГ, вы уже потом не задефаете. Просто сидят на базе. А чё у них на тиннике? Бля, ребят, у меня вот эти вопросы, почему у них на тиннике чел без тега? Я не знаю, почему он без названия команды. Может, просто добрали на рандоме. Как знаешь, там боевой кубок регаешь, блядь, за нету там пятого игрока, тебе какого-то рандома закидывают. Может, они так же сделали? Ну, слабо в это верится, наверное, все-таки ты их игрок, просто не написали еще официально. Ну-ка, а Тини, ладно, если ты уж спросил про Тини, давай посмотрим, Тини какой ранг. 21-й. В смоке заходит на вражескую базу. Пытается кого-то поймать, но Тини... Так, Фишман полетел. Не успевает разультиться. Минус Фишман. В размен на Тиника. И сразу начинают месить базу. Ставит стамба. Максимально ее дефует. Пока стоит стамба, драться никто не может. Ну, типа из команды Entity. Прожимается БКБ. Блять, добей ебаный барак, нахуй. Ну ладно, ладно, это... Ребят, этот барак и так упадет. Все правильно он сделал, молодец. Нет смысла рисковать. 50 хп осталось у ренжового барака на миду. Остался последний барак, по факту, вот этот вот. Ну, рано или поздно вот упадет он просто. Его никак не задефаешь. 50 хп, считай, что его нету. Ну, как-то отбились. Будут ждать Рошана, я думаю, дальше не будут рисковать. Они и так сейчас сильно поплатились за этот файт, отдали троих в размен на Фишмана и один барак. Не-не, там не надо добирать, я просто на секунду подумал, что это, ну, барак, который регенится, а это забей. 50 хп он упадет все равно. Так, что у нас по билду на Q-атаке? БКБшка есть, Бладмейл, Кая Саша и Весель. У Сова грифсы, гранатка и холи локет. Так, ну, Лина полностью заряжена, и остался последний слот. Будет покупать себе Скайди. Скайди очень круто работает против темпуарки. Хороший здесь вообще предмет в целом, потому что есть лишь рак, который хилится. Темпуарку ты замедляешь. Так, кого-то поймали. Нет, тут съебываются. Отдать, отдать визажа, уйти, уйти, уйти. Ой-ой-ой. Не-не, все-все, выйдьте, 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 выйдьте. Ну, никого не потеряли здесь. Просто саппорты упали. Да. И казалось бы, карта, в которой без шансов побеждали 9 пант. И...
Команда 9 Панд хочет, конечно, подраться за Рошана, но пока вы будете бежать, его просто здесь заберут уже. Бегут, бегут, ребят, бегут. Ну, нажимайте смог, нажимайте смог! Нажимайте смог! Пизда, блядь, ёбаный сыр. Буду драться, кто-то принимает на себя решение. У Ватсона есть байбек. Так, вот поймали. Темпарочка нарезает. Хороший ультимейт от этого Фишмана. Блять, темпарка заканчивается, но это всего лишь Аегис. А все, это конечное. Это конечное. Никуда не уходит отсюда земелья. Есть чем сбить? Отлично. Фишман как здесь, как знал, что ну пригодится, блядь. Молодец. Молодец. Вовремя глимсует, возвращает его с телепорта. Ну все, вот, блядь. Минус Аегис, минус один, минус четыре персонажа. Хороший файт, и это камбэк. Это 2-0. Какой у него был старт? 14-2 счет. То есть я бы сказал, что вообще практически ошибок-то и не было. Все сделал правильно. Не хотят рисковать. Забрали одну сторону. Надо как-то Т2 вышки сносить сначала. Ну, 12 тысяч преимущества уже. Разбивается смог командой 9 панд. Будут пытаться кого-то поймать. Есть уже байбеки, откатились и у темпуарки, у лишарака. Ну, так что здесь, в принципе, кого-то поймать и закончить не получится. Теперь мой любимый официальный касс. Спасибо, Санек, спасибо. Начинается файт, ставится хороший ультимейт на Тиника от Фишмана. Поймали. Чези дальше, ставится тамба. Очень хорошая от Сола. Тяжело его это разбить. Забирают дизраптора, Фишмана забирают. Живет пока что Нун. Отходит, минус ДК. Ну, выйти, выйти. Есть байбеки, есть. У ДК есть байбек, дизраптора нету, но ничего страшного. Байбек это дизраптор. Нажимается БКБ. Давай, 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 Ватсон, давай! Киотака вкатывается, называется бэдмейл. Хорошо сейчас ДК, видите ли? ДМ просто встал, не дал укатиться земельки. Очень круто сыграл в этом моменте. Там еще неудобно было. Неудобно было, ну, типа, заблочить, потому что там был бордюрчик вот здесь вот, ну, вот, здесь был бордюрчик. Он просто вот сюда встал, типа, не дал ему укатиться, и забрали еще земельку, подцепили Тиника. А Тиник, по-моему, с байбека, да? Ну, почувствовали кровь, что сейчас кому-то надо будет лететь в базу дефать, у вас база там ломается. Оставьте самых мощных пушить и какого-то саппорта, пошлите задефать базу. Там пол вышки упало уже. Пойду дальше, нету трех героев. Понимаю, что там нечем дефаться. Вышка упадет очень быстро. Дизолька там есть, все есть. Диаболики. Минус две стороны. Можно было, конечно, сделать мега крипов, но Т2 вышка снизу стоит. Подсказывает, брат. Ну, к сожалению, меня не слышит. Катывается земелья, нажимает Шиву, всех разогнал. Рубик влетает, выкидывает Лину. Очень хороший мув. Лина сразу вжимает БКБ по съебам. Да, телешрак. Блять, ебаный зомби просто, как его замедляет. Бля, убей зомби с руки. Убей зомби, блять. Идет файт, темпуарка с БКБшкой. Убивает Лину. Лина с байбеком, нет, Лина без байбека. Лина 90 секунд без байбека умирает. Ну, накапает, 13. По-моему, 13 копеек надо. 6 копеек. 1 копейка. Есть байбек, есть байбек. Есть байбек, нажимается. Засейвит Тиника. Очень мало хп у Ватсона, но Ватсона здесь не видно. Ватсон даже не думает отступать. 100 хп, даже не думает отступать. Он хочет закончить эту карту прямо сейчас. 500 хп стоит, бьет последнюю тавер возле трона.
Тиник заходит. Ай, хотел тоснуть, но... немножко не рассчитал. Будет тосать. Сразу автохекс! Это автохекс! Но это было читабельно. Это было читабельно, что будет тосать. Закидывает его. Минус Тини. Лина после байбека убить. Ай-яй-яй. Но все равно это минус 5. Это ГГ. 2-0. За команды Entity. Редко увидишь на тир-1 сцене вот такие вот камбэки. А это реально был камбэк. Не, ну автохек, в смысле, он руками нажал, блядь. Хотя хуй его знает, я рядом с ним не стою. Тут надо проверить сейчас, блядь. Тут надо проверить, конечно, блядь. Потому что подозрительно было. Обычно за такое в пабликах репортит. Когда ты прыгаешь, блядь, тебе сразу в ебало хекс пролетает. Ну что сказать, молодцы. Уверенная победа от команды Entity.